Давайте их начну вам. С миром. Вот 3 июня вы планируете там ремонт дома. Я хотел бы тоже приехать и вам помочь. Вы разрешите? Да к тебе далеко. Нет, нормально. А где ты? Ну где, в Москве. Ну у нас работа-то совсем будет и поправиться, по силам нам. Тут приезжает Константин, Володя приедет с Николаем. Мы сильно-то не будем размахиваться. Сначала посмотрим, как получится один угол, который накосило. Боязно трогать. Так что обойдемся. Благодарю за намерение. Угу. Тогда что, это... Тогда на это там... На крещение разрешите? Ну да, приезжайте. Там, как всегда, знаете, порядок какой. Обязательно с собой брать простыни и все остальное. Молоко каждый покупает, у нас его нету. У кого корова есть, тут берут. И мед. Соседнее село ездят или они приезжают к нам. Прекрасный алтайский мед. Он славится везде. Ну и остальное, что там, сидеть мы не будем, что-то будем делать. У нас есть и дрова колоть, и там пруды подправить. Так что, слава богу. Ловко ты тогда отсюда уехал-то, а? Да. Все было обдумано. Да. Господь милостью, Господь все закрыл и... Ну вот так вот. Слушай, что еще вопросы? Не, вот этот вопрос я хотел... Все, отхожу. У нас все записывается, выставляется в интернет. Ты не против? Не против. Отошел. С Богом. Христос воскрес. Воистину. Аллилуйя.